вот, от меня хотят и сына, и дочку, и бабку, и детку, и жучку, и рыбку, и внучку, и дочка. Слышишь, что ты от меня хочешь? Да все просто. В Пинске переночевать негде, хочу с печалочкой замутить. Ну нормально, ну вот все, я и поняла. А если бы я была из Столина, например? Ну ничего особенного, у тебя просто сегодня ничего не вышло. Так, Федя, хорош, ну давай же по-нормальному. Чего по-нормальному? По-нормальному песня, так песня, раз уж так просите. Я особенный тип, у меня дематик. Так, что? Хватит. Начало декабря для КВНщиков – горячая пора. В Пинске разыграли зимние кубки. По традиции на сцену вышли и пинчане, и гости. Приветствие, биатлон и разминка, фристайл. Борьба за звание лучшего клуба веселых и находчивых продолжалась около 2 часов. В обыденной жизни ВДВшника от цыган отличает только поведение. Да ты знаешь, кто мы? Да мы ВДВ! Бутылку! Янка, веди медведя! Буди Гришу! Среди взрослых боролись за кубок и путевки в 1/4 финала 4 команды. Зрители высоко оценивали шутки, жюри не скупилось на баллы. В этом году в новинку было выступление 5 школьных команд. Для них разыгрывался малый кубок. Ну, кто у нас капитан? В принципе, я. В принципе, вы. А в команде? Это я так пошутила. В команде? Команда «Дети понедельника» из Минска кубок увезла с собой. Также среди школьников за кубок играли команды «Провинция», «Аризона» вперемешку и «Язвительные интеллигенты». И напоследок девушка ушла в магазин с кошельком своего парня. Дорогой, я вернулась. Почему так быстро? Вот тебе хлебушек и молочко. Ты больше ничего не купила? Нет. Это все? Миша, это все. И помадку не купила? Нет. Ой, и тушь не купила еще. Нет. Ты больше ничего не купила? Я больше ничего не купила. Она ничего не купила! Она ничего не купила! Лошара! Среди взрослых сборных играли команды «Бейс», «Завальная 6», «Терешковый 28» и сборная «Полес ГУ». Кубок выиграла команда «Завальная 6» из Пинска. Их выступление жюри признало лучшим за оригинальность и находчивость. Зал оценил их шутки на ура во время конкурса «Биатлон». Очень верная девушка сильно боится нажать в телефоне функцию «Изменить». И еще похотливая проводница предлагает пассажирам грязное винишко. Спасибо.